Студия Softbox представляет. Озвучивали Принц Лимон и Акония. Май. Третий пробный экзамен. Экзамены. Мы все мечтаем только об одном. В этой тягостной ситуации. Все мы надеемся, что наступит конец света. И нам не надо будет сдавать этот экзамен. Корейский язык. И один из нас воплотил эти мечты в реальность. Моя ничем не примечательная жизнь 18-летней девушки внезапно превратилась в хаос. Пять дней тому назад. Быстрее! Это потрясающе. Теперь второй класс. Первая десятка, включая Сон Дэ Хви, могут зайти. Ничего себе. Повезло тебе. Здравствуйте. Не налегай на еду. Вторая десятка. Встаньте в линию. Когда уже до нас очередь дойдет? Толкайся, черт. А я какая по счету? Это чего же раздражает? Когда уже отменят эту очередь на обед по рейтингу? Какие бы ни были оценки, есть-то всем хочется. Отменят как же, только если в школу взлетит на воздух. Сегодня пулькоги приготовили. А если их на нас не хватит? Мы тоже заплатили за еду. Почему же нам не подают то же, что и им, а? Скажи мне. Что? Этот поганец снова получит особую еду. Ну и пусть. Его отец председатель этой школы. Пусть ест, сколько влезет. Придурок. Точно придурок. В чем дело? Да что такое? Почему мое лицо? Такое круглое. Ты меня напугала. Кто говорит, что она круглая? Не круглая вовсе. Правда? Она у тебя квадратная, скорее всего. Настоящий квадрат. Я бы предпочла худенькое личико. Чонгыну нравятся худышки. Ты что, правда решила прогулять занятия? Тише ты. Что? Боже. Осаран! Осаран!
Мне правда сбросить это? Раз, два, три. Ой, я не хотела. Извини. Прости. Вот же поганка у саран. Зря я на тебя полагалась. Прости. Вон там еще. На работу идешь? О, президент! Прогуливаешь занятия из-за подработки? Сегодня у меня есть гораздо более важное дело. Не беспокойся. Я тебя прикрою, если попадешься. Правда? Тогда я могу быть спокойна. Это же конкурс сочинений. Да, проводит университет Хангук. Если ты преуспеешь в конкурсе, то будешь востребован. Но напомни, что твоя цель — Сеульский университет. Мне очень нужно постараться. Хорошо. Нервничаешь? Подожди. Если правда нервничаешь, откинь голову назад и расслабь тело. Сделай глубокий вдох. Я не нервничаю. Что? Я совсем не нервничаю. Я непременно добьюсь успеха. Не нервничаешь? Тогда я научу тебя, как стимулировать работу мозга. Не нервничает он, а? До свидания. Дэхви. Возьми такси. Спасибо, до свидания. Хватит уже пудриться, скоро нос с губами сравняется. Это что, тоже прогулял в школу? Решила, что я приехал сюда с тобой повидаться? Ничего себе! Если там не будет двоих, будет слишком очевидно. Твое отсутствие будет не так заметно, не беспокойся. Ты треплешь мои и без того нежелезные нервы. Я не могу опоздать в школу. Даже если я на минуту позже приду, они такой вой поднимут. Мое отсутствие будет очень заметным. Ясно. Похоже, ты сумасшедшая. Что? Из-за тебя нас поймают, прекрати! Слишком громко же! Заводи мотор после того, как я уеду! Черт, ну реально, блин! Боже! Ты в порядке? Ты? Блин, ну что мне делать? Я и так опаздываю. Залезай. Блин. Ты сказала, что опаздываешь.
Да залезай ты уже! Собираешься ехать или нет? 3, 2... Это не выглядит странно? Эй, это нормально выглядит? Что такое? Неужели я такая милашка? А? Такая милашка, что ж, тошнит. Слишком много штукатурки, такая бледная из-за нее. И что, эй! Да, мне 18. Мне что, нельзя одевать мою школьную форму? Мне становится так неловко, что я не могу нормально это делать. А еще это неудобно. Думаю, с этим ничего не поделать. Заплатите, сколько обещали, так? Да, ясно. Да. Чё? Ну что такое? Ты... Школьная форма? Так трудно, да? Ничего себе. Сколько они платят тебе, чтобы ты носила это? Вполне достаточно. В наше время предпочитают школьную форму. Райан-хо, ты так спокойно. Тебе не стыдно вообще? Так неправильно поступать. Да, я уже здесь. Напротив библиотеки. Буду ждать тебя там. Библиотека? Теун, приди в себя, Теун. Ты отлично рисуешь. Да мне с первого года очень нравилось. Жарко же, да? Шлем забыла снять. А что ты говорила? С самого первого года в школе мне очень нравилось рисовать. А навыки совершенствовать кто-то запрещал? Было бы очень круто, если бы ты смогла поступить к нам. Наверное. Учиться в универе, правда, здорово. Я вот мечтал, как поступлю и наконец найду девушку. О, батюшки! И я. Что? А в любом случае, усердно учись, чтобы поступить к нам. Что у тебя с оценками, кстати? Эй, Райан-хо! Я теперь на 10 позиций в рейтинге поднялась! Сейчас 270-е! Совсем недавно так воспарила. Вот и умница. Это я не просто болтаю. Знай наш универ, высший класс. Приходи сюда. Чего? Ты кто вообще? Че тебе надо? Хён Тэ-ун я.
Ты совсем спятил? Совсем из ума выжил? Она же еще подросток совсем. Как ты можешь со школьницей встречаться? Чего? Ты ошибаешься. В чем же извращуга? Школьная форма? Фетиш такой, да? А кулачок тебе мой не люб? Совсем спятил. Чего? Со школьницей? Встречаться? Нелепость какая. Я извинился. И все? Наверное, напугал его до ужаса. Одну царапинку на его прекрасном лице увижу, тебе не жить. Ты бы и не заметила, если бы шрам поставил. Этот сопляк не такой уж и красавец. Чего? Сопляк? Не смеши меня. Ты тоже, если что, не красавец. Что? Эй, не будь таким букой, извини. А тебе не нужно взять свой велик? Точно, мой велик! Мой велик! Чонгын. У меня все хорошо. Береги себя, Инхо. Я вот мечтал. Как поступлю, начну встречаться с тобой. Завтра будут результаты пробного экзамена. Старшая школа ГИМДО. Что это? Я должна быть первой. Не, так рано, раз свои оценки такие низкие. И в библиотеку тоже не ходи. Раздражает. Не в оценках счастье. Сондахви снова на первом месте? Да уж. Ты счастлив, господин, первое место. Первое в рейтинге – это несчастье. Я должен стать первым в стране. Ты серьезно? Ударь его посильнее. Я ж пошутил, блин. Можешь тебя поругать? Три дня до третьего пробного экзамена. Блин! Как можно сдавать три пробных экзамена за один месяц? Только что ж получили результаты. Он прав, это неправильно! Что ж, все верно. Но не чувствуйте себя так, будто на вас давят. Делайте, что и обычно. Как можно чувствовать себя по-другому, когда результаты висят на общее обозрение? Она права! Каждый может их увидеть. Ведь нелепо! Да-да. Я попытаюсь донести это до других учителей. На этом мы закончим. Что? Учитель Шим! Учитель Шим! В следующем месяце они заставят нас сдавать 4 экзамена. Ты уверен? Что? Правда, как ты узнал? Ты серьезно? Юнгюну, может прекратишь? Украл мои записи! Кто это был? Эй! Ты успокойся! Подонок, верни мне записи! Кто это был? Успокойся, раздражаешь! Эй, хватит уже! Я все сделал неправильно, потому что ты отвлекаешь. А ты хоть раз сделал правильно? Ты такая шумная. Как будто она одна учится. Что? Что ты сейчас сказала?
Я. Это же ты. Это ты украла мои тетради? Это ты. Заткнись уже. Ты их взяла. Хватит. Давай же. Дети очень упрямые. Очень упрямые. Недовольным следует надрать уши, чтобы разбудить их. Проведите им 4 пробных экзамена в этом месяце. Начните прямо сейчас. Почему бы просто не провести семестровую контрольную и финальный тест? И экзамены на выходных, и во время каникул. Извините, дети расстроены из-за того, что у них так много экзаменов. Это же отлично! Смотрите, как мы преуспели, дети учатся. Их оценки все растут. Мы должны показать результаты председателю. Кого заботят графики? Звонок. Мы тоже его слышим. Учитель Шим? Да. Разместите этот график на доске объявлений. Директор подойдет позже. Да. Разве возможно провести 4 экзамена? Дети с ума сходят. Забудьте об этом, директор. Почему я не могу сказать этого? Средние показатели по стране. Сеул, Гымдо. Это была отличная мотивация для детей. С тех пор, как вывесили результаты, средняя оценка повысилась. Я немного горд этим. Я рад. ...288, Хёнтэун. Надо было убрать результаты Тэуна. Кажется, эта школа сошла с ума. Я тоже схожу с ума. Забудь! С каких пор ты переживаешь об экзаменах? Мне надо поступить в университет Хангук. Куда? Два дня до третьего пробного экзамена. Университет Хангук. Мне обязательно надо туда поступить. Спятила? Как ты туда попадешь? Он будет встречаться со мной, если я поступлю туда. Чунгун Опа и вправду так сказал? Да. Что-то похожее. Уверена, что он не сказал, что просто хочет начать встречаться, а не с тобой. Учиться в университете правда забавно. Я вот мечтал, когда поступлю, начну встречаться с тобой. Я вот мечтал, когда поступлю, наконец найду девушку. Да. В любом случае, я обязательно хочу поступить в университет Хангук вместе с Чонгену Пой. Забудь. Как тебе туда попасть? Ты не сможешь. Почему нет? Я хочу туда попасть. В университет Хангук. Я бы говорил это потише на твоем месте. Ты... Определяющим вопросом для школьников Кореи является этот вопрос. На каком ты месте? 6-6. Я нахожусь на 6-м месте. 6-6. Позволь мне сказать тебе кое-что. Если бы ты была говядиной, то была бы недостаточно хороша даже для корма для собак. То есть, если ты 6-я в школе, то не можешь считаться человеком. И ты еще смеешь разговаривать в классе? Люди что, мясо? Еда для собак? Это крыса. Должна ли я преподать ему урок? Разве это преступление быть на 6-м месте? Инхо, ни за что не позволяй ему сбить тебя. Что с того, что ты на 6-м месте? Ничего страшного. Все в порядке. Я не отступлю. Хорошо.
Но я унижена тобой, так что держись. Давай будем немного потише. О, здравствуйте. Здравствуйте. Почему ты? Райан Хо. Собираешься в университет Хангук? Ты серьезно? Кажется, я тебя недооценила. Нельзя так дразнить людей. А что с твоим парнем, а? Я пошла. Хорошо. Университет Хангук? Они создали отдел веб-манхвы. И примут победителей конкурса. Ты ведь хорошо рисуешь. Правда? Да, я слышал об этом, когда был там. Она на шестом месте! Погоди. Тебя это так радует, да? Будет конкурс? Я отправил тебе ссылку. Удачи. Конкурс на лучшую веб-манху университета Хангук. Веб-манхва, прием, соревнования. Университет Хангук. Значит, тебя приняли в наш университет. Я знал, что ты сможешь. Ты мне нравишься. Но, Сонбэ, у тебя ведь есть девушка. Когда дело доходит до любви, есть хорошие и плохие парни. Я хочу попробовать быть плохим. С каких пор я тебе? Уже очень долгое время я наблюдал за тобой. Что это за фигня? Что ты? Отдай! О чем ты мечтала, когда рисовала это? Я тебя прикончу, верни! Эта история должно быть роман. Посмотри, как высоко ее нос. Нет, не смотри, не смотри. Ее зовут Инхва? Это ты? Что? Ясно. Значит, этот рассказ должен стать новеллой. О, меня зовут Инхо. Я Инхо. Хорошо, Инхва. Меня не так зовут. Да что с этим всем не так, а? Это оригинальная история. Ну и что, если она оригинальная? Она абсолютно новая. Мама! Да хватит уже! Новелла. Один день до третьего пробного экзамена. Любовных историй уже слишком много. Экшен сложно описывать. По больничной истории не хочу учиться. Может, эротический рассказ? Ты ведь даже не целовалась еще. Правда? А как же тогда саран в начальной школе? Мама! Но было же! Новелла. Вот она идет. Давай пойдем домой пораньше и будем готовиться к экзаменам. Ты всегда уходишь домой пораньше. Вот как. В другой раз. Я куплю тебе что-нибудь вкусное после экзамена, хорошо? Хорошо. Но дашь мне конспекты по всем предметам, ладно? Погоди. А
Учить все тут не обязательно. Ответы на возможные вопросы отмечены красным. Спасибо. Сондыхви. Извини, мне пора. Я тороплюсь. Хорошо, иди. Пока. Пока. Подготовка к тестированию. Сдача гарантирована. 100% гарантия. Школа изучения английского языка. Подготовительные курсы Мунджон. Больше не позорь меня такими оценками. Иди на подготовительные курсы, прежде чем я заберу твои кредитки. Запомни информацию вот на этой странице. Просмотри и реши все примеры. Этого будет вполне достаточно для подготовки к экзамену. Запомни только это. Как и ожидалось. На предыдущем экзамене все вопросы были такие, как ты предсказывал. Сотни репетиторов тут бесполезны. Никто не сравнится с тобой. Дыхви. 3 миллиона вон на изучение предмета у лучших преподавателей. 2 недели на эссе обойдутся в 5 миллионов. Занятия у остальных преподавателей... Запишите меня на 5 или 6 ваших занятий. Но вам следует выбрать то, что подходит вам. На каком вы месте? Мне это не нужно. Что? Мне не нужно учиться. Я довольно богат. Просто запишите меня в группу. И будет все отлично. Спасибо. Хорошо поработал. Хотелось бы, чтобы у Хичана были в этот раз повыше оценки. Да. Да. Спасибо. Пока. Идем. О, Сондахви! Что? А ты что здесь, работаешь? Да. Выгнешь это, и ты покойник. Я вложила в это свои слезы и пот. Они хорошо платят? Да, они довольно щедрые. Здорово, я тебе завидую. Что будешь делать с деньгами? Хочу купить хорошенький планшет. Планшет? Я рисую вебтуны. Точно, университет Хангук. Ух ты, завидую. У тебя есть мечта. А ты? У тебя нет мечты? Мечта? Мы познакомим вас с Сеульским университетом. Давай выпьем, ваше здоровье. Парикмахерская Ханиль. О, мой сынок здесь. Пришел. Боже мой, такой красивый. Тебе так повезло.
Мой ребенок ходит на столько подготовительных занятий. Знаешь, сколько они сказали, нужно денег? Чтобы ваши дети стали успешными, это все выдумки. Посмотри на Дэхви. Он ходит на подготовительный? У него есть репетитор? Боже, тебе так повезло. Выпьем, выпьем. Хорошо? Выпьем. Очень хорошо. Эй, ты не голоден? Хочешь немного курочки? Остро. Изменишь или будешь изменен? Познакомим вас с Сеульским университетом. Курица. Мама, я тоже хочу подготовительные. Всего месяц. Мне нужно пойти всего лишь на месяц. Однажды я прославлюсь новеллой. Зачем тебе нужны подготовительные для рисования комиксов? У тебя ужасные оценки. Не комиксы, вебтун. Это мой билет в колледж. Университет Хангук. Инхо, мне нравится, насколько ты амбициозна. Ну давай завтра сходим к доктору. Мам, скоро она скажет, что пойдет в Сеульский. Что, проблема? Что? Мама, я правда смогу поступить в Хангук. Сейчас можно поступить и в хорошую школу за рисование. Есть 2000 способов поступить в колледж. Хватит! Бизнес плохой, поскольку это бизнес. Один салага безденищит весь день. У нас нет денег для занятий по рисованию. Без разницы. Я не пойду в колледж. Никогда не влюблюсь и не выйду замуж. Проживу остаток жизни в одиночестве, и это будет твоя вина. Я никогда не выйду замуж. Почему это мелкая? Ей нужно к доктору. В чем дело? Инхо хочет выйти замуж? Она уже выросла. Что ты болтаешь? Что не так с моей жизнью? Литература. Третий пробный экзамен в мае. Литература. Алло? Эй, я думала о новелле. Слушай, это историческая пьеса. Разве ты не готовишься? Завтра экзамен. Мне нужно всего 5 минут. Слушай. Серьезно? Она пукнула напротив директора? Боже мой. Что? Что? А чё, ты уже час прошел? И правда. Мне конец. Я даже не села за учебу. Ладно, вешаем трубку. Пока-пока.
Сперва зарисуем план. План. Ладно. Сейчас 9, так что... Есть еще 10 часов до 7. Куча времени. Мы всегда сходим с ума из-за волнения перед экзаменом. Некоторые чувствуют, что как только положат ручку, бесконечное соревнование догонит их, и они будут учиться, пока их пальцы не сотрутся. Они сжимают свои зубы и работают через силу. Они говорят: «Нам по 18. Мы все еще молоды. Прискорбно. Это не наши родители, а мы, кто верит, что наши жизни определены 18. День третьего пробного экзамена. Не могу вспомнить. Удачи. Позже я побалую тебя токпоки. Повезло тебе. Мне нужно еще сдать экзамен на госслужащего. Не преувеличивай конкуренцию. Иди в Хангук. Эй, да? Ты правда уходишь из школы? Не делай этого, а? Ты удивительно навязчива, знал об этом? Просто сдай этот тест. Тест для меня не важен. Не уходи. Ты ученица старшей школы. Мне пора. Буду в библиотеке. Пока. Раздайте. Оценки за экзамен определят ваш общий рейтинг. Ленивые и глупые будут несчастны, к ним будут относиться предвзято. И они будут страдать. Начнем. Что происходит? Что это? Что происходит? Это невероятно! Тихо было в последнее время. Ничего себе возвращение! Это герой. Определенно. Пьем. Пошли. Это самое невероятное из всех шалостей. Я так надеялся, когда они ввели пробный экзамен. И все же это слишком для шутки. Thank you.
Кто? Невероятная школа. Что? Думаю, будет весело. Правда? Это кощунство. И это школа? Если вы будете хулиганить в школе, мы не будем это терпеть. Не надейтесь, что пробный экзамен отменен. Мы назначим новую дату в течение недели. Молчать! Я директор в этой школе. Если что-нибудь подобное снова повторится, виноваты будут все. До единого. Это невероятно. Роман о супергерое в школе. Разве не круто? А директор злодей. Теодора. Будь я на твоем месте. Говорила бы потише. Распрыскиватели работают хорошо. Вы только посмотрите на бумагу. Господи, будь осторожнее. Вывесите расписание прямо сейчас. Боже, боже. Я знаю, последние дни выдались напряженными. Но офицер Хан Суджи будет следить за порядком в школе. Вы только взгляните. У меня давление поднялось. Нравственность нашей школы на самом дне. Мы должны поднять ее со дна и отмыть. Нужно отправить их в тюрьму. Придите в себя. Куда и кого отправить? Значит, мы все-таки оставим? С ума сошли? Конечно, не оставим. Отправим их за решетку. Я так и сказал. Верно, офицер? Да-да. Тюрьма. Конечно, я сделаю все, чтобы поймать их. Дети переходят все границы. Не думаю, что это парочка ребят. Это было сделано намеренно. Не похоже на обычную детскую шутку. Простите, это могли быть дети не из нашей школы. Как говорят, ты невиновен, пока твоя вина не будет доказана. Молчать! Поскольку вы преподаете этику, сотрудничайте с офицером и поймайте виновника. Председатель будет не в себе, если узнает. Черт, да плевать. Простите, что тут вообще происходит? Кто это сделал? Пожалуйста, успокойтесь. Что за липкий сироп для попкорна? С тех пор внезапно началась серия инцидентов, связанных со школой. Виновник еще не пойман. Кто же виновник? Почему он делает такие вещи? Все хотят знать, но нет ни единой зацепки. Да! Невероятная школа! Кто же это? Не думаю, что один человек мог такое сделать. Это слишком сложно. Думаю, это какая-то тайная организация. Они даже не знают друг друга, просто роли играют, вот и все. Может, он вообще посторонний какой-нибудь? Даже не школьник наш. И что с ними станется? А почему все так? А нам откуда знать? Только им это известно. Они же словно мстители. Дурацкие инфантильные шуточки штампуют, а? Да нет, ты чё? Я вот читаю, это будет отличное подпольное сообщество. Что? Слишком умный я, да?
Молочко пей. Да, донышко самого. Эй! Меня подожди. Это один человек. Чего? Почему один человек? Предчувствие. Герои. Одиночки обычно. Герои? Крутотень. Человек, вершающий правосудие, спасающий нас от гнета. Ну что ж, продолжай творить великие дела. И позволь твоими стараниями в Хангук поступить вперед! Вперед! Вперед, вперед, вперед! Побудь пока в тени. Пока от меня весточки не получишь, будь начеку. Понял, заметано. Ну и мерзкий денек. Нравится тебе так жить, значит? Ребятам бы понравилось, если бы они узнали. Какой же наш президент на самом деле? По кулаку моему заскучал, похоже. А я и не против. Психованный, чтоб тебе... Знамя. Даю вам 10 минут. Запомните стихотворение. А через 10 минут вы его проанализируете, вам ясно? Понятно? Да. Учитель, вы меня не поняли. Ну, это вот на самом деле... дело что в чем? 280-е место. С мозгами не повезло кому-то. Это какой толк винить в непонимании немощную? Заберешь, как выпустишься. Ни за что! Я же умру без этого! О, звонок. Слава богу. Молю вас. Ну, пожалуйста, просите меня, просите, просите, просите. Больше не повторится. Верните, пожалуйста. Для меня это очень важно. Даже если у тебя отберут нечто большее, все, что в твоих силах, бесконечно умолять и на коленях ползать, чтобы вернуть вещь, так? Жалкое поведение. Я бы хотел вернуть свой телефон. Это подарок был, знаете ли, отца моего. Но, а мне? Я тоже хочу вернуть. Если так сразу собирались вернуть, зачем вы вообще забирали? Правило закон. Это все здорово, конечно, но несправедливо же. Почему ему вернули, а мне нет? Тогда найди связи себе. Связи — настолько великолепное дело, что даже правила приступают.
Кому какое дело до справедливости? Суровая реальность, что поделать? Так что значит? Мне смириться? Это же несправедливо до ужаса! Может и мне отбирать у людей вещи и распоряжаться, как я пожелаю? Я должна бороться до конца, пока правила не станут равными для всех! Не согласен? Ради этого я уж точно бороться до конца не стану. Ну, учитель! Плакаться сможешь только тогда, когда свои великие реформы в жизнь начнешь притворять. А в школе у тебя сила какая, а? 280-е место. Все. Прошу вас, ну за что вы так? Прошу вас. Он вернет сразу же, если ты попросишь. Попроси его за меня, очень прошу. С чего мне этим заниматься? Для меня это очень важно. Мне же нужно поступить в университет. Собираюсь поучаствовать в конкурсе на лучший вебтун. И поступить в Хангук. Эй, вообще это несправедливо. Ты же свой телефон вернул? Где здесь логика? А он сказал, что имеется. Ты чего? Твою одноклассницу третируют. Даже если тебе не под силу то, что наш герой провернул. Хоть бы помог мне, а? Герой совсем из памперсов не выросла. Да, я ребенок, да-да-да. Поэтому сможешь поговорить с учителем, а? А можешь замолчать попробуешь? Да ладно тебе, давай, эй! Вот говнюк. Уехал уже? Примерные вопросы госаттестации. Да. Мне нужно на подготовительные курсы. Ты в норме? Мне тоже пора. В Хангук. Потрясно! Кто ты?
공식입니다. 공부 못하는 학생 이꼬로 사고 치는 학생. 진짜 아니거든. 그만두지 못해. 무조건적인 옹호 비호. 그래서 뭐 웃자긴데. 얘 CCTV 위치를 정확히 알고 움직였어. 드디어 정체성을 드러낸 것 같은데. 범인은 이 학교 안에 있어.